Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Игоря с ником Игореха 159 Рус. Находится он в гильдии Регион 59, босс 19.30, форты 12.00, прием через собеседование. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места, битвы гильдии, атака фортов. Так, у нас коллекционер простенький. Пока сегодня сварено, я еще ни одного не вытащил. Такс, окей. Смотрим на аккаунт. Немножко донатный. Поехали. Let's go. Призрачный всадник. Мы не посмотрели, кто же нам нужен. А кто же нам нужен? А, нужен нам Космо. Стрелок, Трифит, Командора, как-то, блин, землеройка, этот, Арктика, Крогатка, как-то все всех одинаково, каждый роллинг, каждый этот кто-то дает одно и то же самое, не знаю, какое-то совпадение прям. Так, Ара. Рыцарь тьмы. Рыцарь тьмы. Ну, рандомчик. Рыцарь тьмы, что за фигня? Вы чё, блин? Эй, IGG. Одержимый. Рыцарь. Ара. Малыш Ник. Просыпаемся. Укротитель. Что-то вообще печалька какая-то. Капитан Дрейк. 4.15. Обалдеть. Что ж ты так не прет, а? Студеный. Где такие что-то не это наборы? Кенди. Как будто прям заколдованный какой-то. Бугимен ниндзя. Бугич у него, по-моему, есть. Если я не ошибаюсь. Да. Заклинательница. Прея. Вот это уже интересней. Конечно, у него она тоже есть. А вот стрелка было бы неплохо. Девочка, приди. Леди Лео, девочка пришла с львенком, а теперь девочка просто с вертолетиками. Командорка, ну хоть что-то недостающее. Да, отлично. Ну, поздравляю. И я. Бульдозер. Но как-то так, на одном дыхании все, и не знаю. Ну, самую главную имбу выбили. Так. 13.15. Ну что, давайте сделаем ход конем. А с вас, как обычно, лайки. Попробуем. Конечно, блин, рынок у нас никакой сегодня. Заберем вот это. Сейчас я, правда, не знаю, ли я отсюда зайду. Должно пустить. Пусти, админ, панелька, работай. Отлично. Трах тебе дох. Чих-пых. Видите, как работает? Трах тебе дохи, чих-пых, говорите у себя на аккаунте. Так, давайте вот это заберем. Ну, это понятно, что мы сейчас за 2 по 450 нифига не выбьем. Такс. Эти чих... Ух, эти чих-пыхи. Ладно, сделаем вот так вот, попробуем.
читаем, что сегодня его счастливый день. Обычно я это делаю там, где одного не хватает, но тут мы сделаем исключение. Админ панелька тащи. Два слизня, ребятушки. Два. Два слизня, 12к. И тут же падает землеройка. Нифига себе. Вот так вот. Все-таки донат решает, ребят. Че, поздравляю, у тебя есть. Теперь. Может, у него есть. Я тут радуюсь. Не, нету. Ну че, поздравляю. Let's go. Давай, рыцарь. Атлант. 12к, и мы еще, по-моему, а вот первый. Еще один остался. 7к, ребят. Как вы думаете, какой шанс? Отлично. Так, оставим это. Давайте откроем командору землеройку. Открыть. Открыть. Ну, герои довольно-таки неплохие упали. Но, блин, как видите, ледяха. Куб. Медуза. Давай. Вот так вот. Ну, в принципе, собрали плюхи. Неплохие. У него даже, кстати, скин на командору есть. Сразу же герой со скином, прикиньте. Пацан заходит, смотрит, а тут... А тут жесть, прям жесть. Командора со скином, что ж это такое? Но землеройка, это, конечно, хорошо. Это удачно, я считаю. А что я ее качаю? Зачем я ее качаю? Так, у нас есть 16 коробочек, ребятушки. И сразу же падает ремочка. Блин, а я не видел его героев. Обалдеть. Вот это жестко. Так, посмотрим. Ой, тут, конечно, с талантами печаль. Что это такое? Это жестко. Лучше бы я сюда не заходил. Такс. Афинка с четвертым. Ну, Афина вариант. Купидон есть. Сейчас Атланта надо посмотреть. Какой у нас там Атлант? Атлант, ты где? Все, решено, ребят. Тут даже вопросов нет. Это будет ему очень полезное для многих локаций. Такс. Землеройка. Такс, надо подумать. Тут уже шестерку качнул, тут баст пятый, ворожей, ну, без скина, конечно, это лучше будет, чем то, но Бугич с огневом это нечто, и Фрея тоже. Я не знаю, может, она и тащит. Но это, конечно, для меня шок. Давайте Дрейку кинем. Видите, нету скинов, нет проблем. Потому что некому ставить. Ой, блин, дерево, ёпта. Ну, в принципе, Атлант тоже нужен. Да, Римочка туда ему нужна была реально. Зачем тут бог войны? Тут нужен Бехрылева. Ладно, то есть будет так, так. Можно пятерку, замедление. Где-то у него тут укротитель. Помню, был. Оу, оу, оу.
Вот это огонь, ребят. Ну, я не знаю. Я на командору кину. Вот сюда лучше вот это. Так, стойкость можно сюда. Бог войны. Ну, бог войны оставлю. Так и оставлю, пусть кому-то поставит, кому захочет. Но бугимена в любом случае ему надо менять. Так, ну что, поехали, добьем. Let's go. А что добьем? Мы уже все добили, что надо было. Так, тут собрали. Тут собрали. Раскол еще выбили. Ну, я считаю, очень-очень даже неплохо. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.